Последний раз, когда я подралась, хочешь узнать? Да, очень интересно. Я родила Жаника, сына своего. Приехала домой к маме. Мама еще тогда жила в Усть-Каменогорске, а не в Москве. А мне-то было там всего 19 лет. И я оставила Жаника маме и пошла на дискотеку. И вот на дискотеке я подралась. Пришла избитая вся. Я вот сейчас вспоминаю, как будто я вообще это не о себе рассказываю. Ну, ты танцуешь на дискотеке, и тебя там кто-то плечом, да, оттолкнул. И ты поворачиваешься, ты чё, ну и все.